Сейчас Великий пост, многие жители постятся. Скажите, вместо белков, вместо мяса они приобретают грибы. Вот насколько безопасны и где их можно приобретать? Грибы существуют в народе, такая вообще разговоры такие, что гриб заменяет мясо. Ничего не заменяет. Гриб чем нас привлекает? Гриб нас привлекает ароматическими веществами и больше ничем. Более того, я скажу, да, пост. Пост мы сейчас держим, те, кто держит, для того, чтобы очистить организм и чтобы как-то расслабиться. Для того, чтобы кушать грибы, нужно иметь титаническое здоровье, потому что организм прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы перерабатывать эти грибы. Детям вообще, до 7 лет, детям грибы вообще запрещены, потому что поджелудочная не вырабатывает этот фермент, который она может вот, справиться с грибами. Скажу все-таки, значит, у нас в медицине говорят так. Врачи и профессора, и все, когда собирают нас на всякие семинары, что те, кто очень сильно хочет грибы, значит, берете, идете на пилораму, берете немножко опилки, солите, перчите, добавляете лучок, вот это вам грибы. Это к тому, что эту опилку мы же не будем кушать. Это к тому, что наш организм должен прикладывать какие усилия, чтобы вот это все перерабатывать. Понимаете? Да, аромат есть. Но если даже вы и кушаете их, ну, пару там попробуйте, если вы такие уж это. И покупать нужно только в авторизованных местах. Только те грибы, которые имеют сертификаты. Потому что у нас каждый собирает гриб. Поверьте мне, я за свое время своей работы видела столько интоксикаций грибами, что не стоит этот гриб наше здоровье. Вообще мы говорим там, так, лучше вообще ни разу не пробовать грибы, чем попробовать один раз и на всю жизнь. То есть очень смертельные бывают случаи. Бывают случаи. Есть пост, можно, у нас просто сейчас привыкли, кушают картошку с грибами, голубцы с грибами. Делали мы голубцы без грибов. Наши матери, бабушки очень вкусные, постные голубцы. И не надо искать приключения. Дайте вашему организму отдохнуть, коль вы хотите отдохнуть и прийти, как бы, чтобы ваши силы немножко восстановились. Не надо давать ему такую нагрузку. Это мое мнение, но каждый имеет свое мнение.